Спорт сильных и выносливых. В рамках акции «Спорт против наркотиков» в городе прошло открытое первенство района по грибному спорту. В соревновании приняли участие спортсмены спортивной школы «Изумруд». В Славянском районе сегодня успешно развиваются 24 вида спорта. Пожалуй, одним из наиболее необычных и зрелищных является академическая гребля. Этот вид спорта в нашем районе начали развивать всего около 10 лет назад. И даже за столь непродолжительное время удалось добиться серьезных результатов. Славянские спортсмены успешно выступают на всероссийских и краевых соревнованиях. Академическая гребля – это вид гребного спорта, включенная в программу летних Олимпийских игр. Большую часть года тренировки славянских спортсменов проходят на открытой воде. Благо, теплая среднегодовая температура и незамерзающая протока позволяют делать это до декабря. Для того, чтобы проверить готовность спортсменов и оценить результаты их работы, регулярно проводятся соревнования. В районном первенстве приняли участие воспитанники детско-юношеской спортивной школы «Изумруд». Тренируют ребят заслуженные тренеры России Валентина Стуклова и Алексей и Владимир Конюшковы. По результатам соревнований места распределились следующим образом. В парной двойке среди девушек первое место заняли Екатерина Долженкова и Полина Шаповалова. Парная двойка юношей – золото у Артема Горбатенко и Кирилла Калиды. Среди одиночек лучший результат показали Белым Ксения, Ковин Григорий.